Книга «Открытым оком», том 1, тема «Вера», вопрос 6. Если человек не принимает истину, в чем причина? Грех или неверие? Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. Блажен человек, у которого разум не поражен гордостью и самомнением, и у которого есть смирение перед Словом Божиим. Человеку мешает принять истину неразвитость ума, упрямство, неискренность, бесстрашие. Если все это удалить и просить в молитве истинной, чистой веры в Бога и в Его откровение, тогда познание пути истины открыто. Сирахов, 51 глава, с 18 по 32 стихи. «Будучи еще юношею, прежде нежели пошел я странствовать, открыто искал я мудрости в молитве моей, перед храмом я молился о ней, и до конца буду искать ее, как бы от цвета зреющего винограда. Сердце мое радуется о ней, нога моя шла прямым путем, я следил за нею от юности моей. Понемногу наклонял я ухо мое и принимал ее, и находил в ней много наставлений для себя. Мне был успех в ней. Воздам славу дающему мне мудрость. Я решился следовать ей, ревновал о добром и не постыжусь. Душа моя подвязалась ради нее, и в делах моих я был точен. Простирал руки мои к высоте и сознавал мое невежество. Я направил к ней душу мою, и сердце мое предал ей с самого начала, и при чистоте достиг ее, посему не буду оставлен ею. И подвиглась внутренность моя, чтобы искать ее, посему я приобрел доброе приобретение. В награду мне Бог дал язык, и им я буду хвалить его. Приблизитесь ко мне, ненаученные, и водворитесь в доме учения, ибо вы нуждаетесь в этом, и души ваши сильно жаждут».